Аз съм наистина много щастлив, че сред нас е Сергей Демидович, скъп приятел от Украина, който вече близо година се планираме кога ще успее да дойде да ни поговори. Миналия път, даже когато беше в България, трябваше да дойде, но нещо се промениха плановете и не успя, но сега е тук. И аз съм много щастлив, че той е сред нас. Между другото, сред нас са и други наши приятели, които служат в България, от Англия, които служат в България и които са се посветили на една кауза, за която Сергей ще ни говори. Но за да не издавам, така да се каже, предварително, Сергей, заповядай. Сега искам предварително да се извиня на тези вас, които знаят по-добре руски от мен. Сергей, помоля аз да му превеждам се чувства по-добре, но ви можете спокойно да ме поправяте, няма проблем. Чули, Дени? Добре, благодаря. И не само ден. Слава на Бога! Слава на Бога! Така, чакай, колко е готово. Слава на Бога! Я рад бъйки среди вас. Радвам се, че съм сред вас. Кто понимае по-руски? Кой разбира по-руски? Если он будет свое проповедовать, верите, отличите се. Ако Венци почне да се проповядва, който си знае, дайте ми знак и накажете мен и да изберете. Сегодня прекрасный день. Днес е прекрасен ден. Воскресенье. Неделя. Очень многие церкви на земле заполнились верующими людьми. Много църкви по света са пълни с вярващи хора. В мире миллионы верующих. По цял свят има милиони вярващи. Весь мир разделен как будто бы на две части. Като че дори целият свят верующи, разделен на две. Вярващи и неверващи. И неверващи. Но интересно, в Луки 18 глава написано. Но интересно е, че в Лука 18 глава е написано, что когда Господь вернется, че когато Господ се върне, евангелист как бы вопрос задает, найдет ли он веру на земле? Като че ли евангелист задава въпроса, ще намери ли Господ вяра сред хората? Боже, столько църквей! А ние бихме казали, ма Господи, толкова много църкви има. Столько верующих! Толкова много вярващи! И почему-то въпрос, найдет ли веру на земле? Защо тогава се задава този въпрос, ще намери ли Господ вяра по земята? Давайте выясним сразу два момента. Така че хайде, нека да изясним два момента, две важни неща. Ходить в церковь – это еще не значит иметь веру. Първо, че да ходиш на църква не означава все още, че си вярващ. Да или нет? Правилно ли това или не е правилно потвърдение? Иногда я встречаю людей, которые не ходят в церковь, но я смотрю, у них есть вера. Я иногда наоборот вижу. Человек не в церкви, но есть вера. Но, как и обратното съм виждал, хората не ходят на църква, но в тях има вяра. Почему так случается? А защо така се случва? Сегодня уже здесь звучало. Пастор говорил, ты веришь, что Бог будет нам говорить? Пастор каза и днес, вярваше, че Бог ще ти говори. Вы верите, что Бог сегодня будет говорить? Вярвате ли, че Бог может днес да ви говори? Бог хочет говорить. Той иска. И Бог говорит. И той говори. Но весь вопрос, можем ли мы услышать? Но по-скоро вопрос е ние, можем ли да учим? И это еще не все. И не, дори това не е всичко. Когда мы слышим, като го чуем, мы должны быть способны сделать так. Ще трябва и да го направим това, което сме чули. Иногда вера становится нашей культурой. И в противен случай вярата ни се превръща просто в една култура. Я привык ходить в церковь. Аз съм свикнал да ходя на церковь. Я уже 20 лет хожу в церковь. Вече 20 години ходя на церковь. Но мы там поем. Пеем си там. Потом пастор у нас неплохой человек. После пастора се виждаме това добро момче. Потом мы чай пьем. Пием си после чай, че кафенце. Мне нравится эта церковь. Много ми харесва тая церковь. И там всегда что-то говорят. Там винаги нещо се говори. Но я живу как жил уже 20 лет. Ама аз си живея как съм си живял през 20-те години до сега. Такое може. Може и така, нали? Давайте сегодня мы наши уши настроим. Добре, така, хайде сега нека да настроим слуха си. И будем верить то, что Бог сегодня может говорить. Да вярваме, че Бог може днес да ни говори. И может говорить вещи, которые нам не очень могут нравиться или непонятно. И дори да повярваме, че Той може да ни говори неща, които ни не харесват или очакваме. И если Бог что-то говорит, Он хочет, чтобы мы это делали. Но що ни ги казва, значи очаква да ги извършим. Потому что вера настоящая видна из дел. Понеже истинската вяра се вижда от делата. Той из вас читал 11 главу к евреям.
Той от вас си спомни и е чел някога 11 глава на евреите, на посланието към евреите. Ето потрясающая глава. Това е една потрясаваща глава от новия Завет. Ето как будто бы галерея. Господь повесил картины своих героев. Това е като, като галерия, в която Господ е окачил по стените изображение, картина на своите герои във времето. Он описывает их веру. И той описва вярата на всеки един от тях. И всегда вера была связана с каким-то действием. И ако обърнете внимание, винаги вярата им е свързана с нещо, което те са направили. Поверил Авраам Богу. Авраам повярва в Бога. Стал и пошел. Дигна се и излезе от своят роден дом. Поверил Моисей Богу. Моисей повярвал в Бога. Отказался быть сыном фараона. И се отказа да бъде син на фараона. И целая галерея героев. И там има цяла галерия, изброяване от герои. Жены получали своих мужей воскресшими назад. Казва се, жени получаваха мъжете си обратно воскресени. Люди страдали за свою веру. Защото хората страдат за своята вяра. И некоторые умирали. А някои дори плащаха с мъжа. Написано, перепиливаемые были. Казва се, че са били дори прерязвани с триом. Оказывается, у веры есть цена. А убили са техните деца. Это нам важно сегодня понимать. Това е важно днес да го разберем. Если бы сегодня писали послание к евреям. Ако днес трябваше да напишем това послание към евреите, и о нас нужно было бы что-то написать. Что это будет? И трябваше ние да напишем тази глава. Какво щяхме да напишем там? Они каждое воскресенье ходили в собрание. Всяка неделя ходиха на църква. Большинство бросили пить и курить. Повечето от тях се отказаха от алкохола и цигарите. По възможности въздерживались от блуда. И така почти успяха да се въздържат от това да блудстват. Что обо мне можно написать? Хайде да зададем такава въпроса. Какво за мен би се написало в такова послание? О, он так верил, он так верил. Той така вярваше, вярваше. Как это пощупать эту веру? Но как да се види, да се усети тази вяра? Когда все закончится на земле? И тя ще се види, как ще се види, когато всичко приключи? Господь поставит одних на левую сторону. Казва се, че Бог ще остави едни от лявата си страна. А одних на правую сторону. А други ще ги отдели от дясната страна. Мы все хотим быть справа. Ние все така, всички ще бъдем от дясно. Но там говорится принцип, кто попадает направо. Но също се казва и кой е принципа, по който едните са отясно. И за каждым принципом стоит дело. И ако обърнете внимание, за всеки този принцип стои всъщност тело, действие. Поэтому нашу веру, именно по тази причина, нашата вяра, можно оценить дело. Може да се оцени единствено по извършеното. Все остальное просто культура. Всичко останало си е култура. У нас в стране сейчас нет атеистов. Сега в нашата страна няма вече атеисти. Все говорят, я верю. Всички са вярващи. Я верю. Всички казват, аз вярвам. Есть какая-то сила. Има някаква сила. Есть Бог, да, есть Бог. Да, да, има Бог. Да, да, я верю. Аз вярвам. Но это никак не отражается на его жизнь. Но това по никакъв начин не променя живота му. И вот эта 11 глава начинается очень сильно. Именно това тази 11 глава започва така силно. Она описывает суть веры. И тя описва същината на вярата. Евреям 11 глава 1 стих. 11 глава 1 стих на евреи казва. Вера есть осуществление ожидаемого. А и уверенность невидимого. Как беше? Вярата е даване на същественост за нещата, за които е, вие хорошо знаете. Вие знаете текста добре. А теперь давайте посмотрим как это в жизни работает. Добре, хайде тогава да помислим как това обаче се прилага в живота. Осуществление ожидаемого. Даване на същественост или осъществяване на онова, за което, което очакваме. Все начинается с того, что мы ждем. Всичко обаче започва с това какво очакваме, за какво се надяваме. Что вы ждете? Какво очаквате вие? Вера начинается с того, что я вижу. Вярата, началото на вярата се корени в това, което ние виждаме пред нас. Это можно по-разному называть. Мечта. Разбира се, можем по много начини да назовем това виждане напред. Да кажем мечта. Есть маленькая мечта. Има малки мечти. И мы осуществляем иногда маленькую мечту. И понякога ние постигаме тези малки мечти.
Например, кто-то сейчас сидит и думает. Например, тут някой сигурно сиди и си мисли. Скорее бы гость закончил проповедовать. По-скоро ще свърши проповедовать. Хорошая погода. Има хубаво време. Мы поедем в хеппи. И ще отидем да хапнем в хеппи. Я вас буду в хороший шашлик. И ще си взема един добър шашлик там. Хорошая мечта. Това не е лоша мечта. Она сегодня осуществит. И ще си осуществит днес. Потому что она не очень большая. Понимаешь, тебя не гуляма. Тебе подождать нужно всего 40 минут. Треба да почекаешь еще 4 минуты. И ты можешь быть уже в хеппе. И ведь все это время нами еще будешь в хеппе. Но есть что-то, что имеет большую цену. Но има нечто, които имат много по-голяма стоимость. Что должно заставлять нас делать усилия. За които треба да положишь усилия. И это можно назвать делом веры. И тогава това ще се брои за дело на вяра. Вот что мы ждем глобально? Какво е това голямото, което очакваме? Во що ми верим? В какво ние вярваме? То ми начинаем осуществлять. Това е нещо, което ще започнем да осъществяваме. Я с детства верующий. Я с самого детства верующий. Аз лично съм вярващ от дете. Я этот стих с детства наизусть знаю. Още от дете този стих съм го научил наизусть. Но однажды Бог помог мне пережить этот стих. Но трябваше да мине време Бог да ми помогне да го преживея. И теперь я его знаю хорошо, назовят на своей шкуре. И сега аз го знам по болката на гърбината, на гърба. Когда мне было 17,5 лет, я влюбился. Когато бях на 18 и някъде години и половина, се влюбих. Да. Такое случается в 17 лет. Всеки се случва такова нещо, нали? Но трагедия была в том. Но трагедията беше в това, что эта девушка была неверующей. Че девойката, за която се влюбих, беше невярваща. И по моей теологии это было табу, нельзя ли быть неверующим? И по моята теология не трябваше още човек да поглежда невярващо момиче. Поэтому я говорил, отойди от меня, сатана! И с два си казвах, махни си от мене, сатана! Но сатана не уходил. Ама сатана не си тръгнал. Он пришел в образе красивой девушки. Той се явяваше в образа на тази красива девойка. И она мне очень нравилась. А тебе много ми харесваше. И тогда я думал, что делать. И се чудих, какво направи. И вдруг мне пришла идея. Тогава иде една идея. Я буду верить, что Господь ее спасет. Аз ще започна да вярвам, че Господ ще я спаси. И если Господь ее спасет. И ако Господ я спаси. Да я тогда могу ее любить. Тогава ще мога да се оженя за нея. И простить для себя. И да я взема за себе си. И я стал молиться. И почна да се моля. Я захотел. Пожелах, помечтах. Я стал мечтать о том, чтобы она стала моей. Започнах да мечтая за това тя да бъде. Я стал ожидать, что она придет к Богу. И започнах да очаквам, и тя да се обърне към Бога. Как это практически выглядело? Как се случи всъщност на практика? Я осуществлял эту мечту. Започнах да осъждавам същественост, да осъществявам тази мечта. Я делал определенные действия. Правих определенные неща. Во-первых, я молился. Първо се молих. Не так, що просто, Боже, если хочешь, дай мне. Не се молих така, Господи, ако искаш, дай ми, подари ми. Когда ты что-то сильно хочешь, когато нещо искаш, ти молися по-другому. Молися по друг начин. Ти цепляйся за Бога, Боже! Вкопчваш се в Бога и хочеш, Господи, моля. Идеш пасти. А отиваш някъде насаме. Ой, да ни тяжело 3 дня в пасти. Нищо не е, да 3 дня да постиш и да се молиш. Если любиш. Ако обичаш, няма проблем. Если любишь, это не тяжело. А любишь, не страшно. Не е Библия говорит, что вера, она движется любовью. Библията казва, че вярата движи любовта. Без любви вера, она такая жестокая, она не имеет силы. Без любов вярата е жестока и бессилна. Но любовь двигает нашу веру. Но любовта движи нашу веру. Я очень много постился. Постих много. Много молился. Молих се много. И я ей оказывал внимание. И разбира се, и отделях някакво внимание. Но я ей вообще не нравился. Но аз на нея пък не я харесвах. Я в то время был маленького роста. По това време бях така по-нисък на ръст. Я с верующей семьи. От вярващо семейство. Это Советский Союз. Това все още е във времето на Советския съюз. У моих родителей 10 детей. В моите родители имаха 10 деца. Мы держим коров, свиней. Ние отглеждахме крави, свине. Я колхозник. Аз съм колхозник, селянин. Представете, маленький колхозник. Представете ли си, лисичък селянин. Сектант. Сектант освен това.
Никаких шансов. Никакого шанса не имаше за мен. Она красивая. А тя е красива. У нее папа начальник. А нейният баща е шеф някъде в властта. Комунист. Комунист. Ей, говорят, он тебе не пара, не надо с ним дружить. И те разбира се и казват, бе, с фомче, не трябва да дружиш. Итак, она против. Тя е против. Родители ми говорят, ти сумасшедший. Она не верующая. Моите родители пък ми казват, ти са кълриси, тя не вярваща. Родители тоже против. Родители също са против. Друзья меня тоже считают ненормально. Моите приятели също ме смятат за нещо ненаред. Потому что он целыми днями постится, с него крыша поедет. Той ден и нощ пост и нещо се е побъркал. Как вы думаете, что в этот момент говорил мне Бог? Как мислите, какво ми каза Господ в този момент? Ничего. Нищо. Он молчал. Кой молчеше? Потому что в этом стихе, понеже в този стих, в Евреи, там стоит сохранять уверенность в невидимом. Понеже се казва, че това е надежда за неща, които са невидими. Вера это не тогда, когда ты видишь. Вярата не е онова нещо, което имаш, когато виждаш всичко. Вера види тогда, когда глаза закрыты. Вярата е онова, което виждаш, когато очите не виждат. Когда открываешь все плохо. Когато ги отвориш всичко е много зле. Когда закрываешь легче. А когда ги затвориш, става по-хубаво. Так работает вера. Така работи вярата. И я вцепился за Господа. И аз се вкопчих в Господа. Целый год я постился и молился. Цяла година аз постих и се молих. Я осуществлял свою мечту. Аз давах съществено, ще осъществявах своята мечта. Но ничего не происходило. Но нищо не се случи. Но любов заставляла мне не сдаваться. Но любовта ми към това момиче ме принуждаваше да не се откажа лесно. Я делал попытки закончить все. Я говорил себе, все, я стих, все, я... не надо на мне. До момента, в който си казах, не, край, отказвам се, повече не трябва. Но потом я ее снова видел. И отново я виждам. И я не мог, я ее любил. И толкова я харесвам, че влюбил. И все начиналось сначала. И все отново започва. Любов заставляет нас двигаться. Любовта не задвижва. Поэтому, когда мы мечтаем, мы это любим, понимаете? Мы хотим этого. А когато мечтаем, ние мечтаем за нещата, които обичаме, което искаме. И тогда Бог дал мне очень сильный урок. И тогава Бог ме научи един много силен урок. Через один год Бог внезапно заговорил со мной. След година Бог изведнъж ми проговори. Как вы думаете, что он мне сказал? И какво мислите, че ми каза? Я все что угодно мог ожидать, но это нет. А всичко, разбира се, друго бих очаквал, но то, което ми каза, не го очаквах. Это было вечернее служение. Беше, спомням си, една вечерна служба в църквата. Никогда не пропускайте вечерние служения. Никога не пропускайте вечерние служения. Там могут происходить чудеса. Там може да се случат чудеса. Один человек, который был осуждал меня, который был против меня. Един от хората в църквата, който винаги ме осъждаше и беше... Дух Святой сошел на него. Божия Дух слезе върху него. Он вскочил. Той се спой подскочил. И стал пророчество. И започна да пророкува. И Господь сказал. И той ми каза. Син мой. Синко мой. Если бы ты только знал, как мне это нравится. Само да знаеш колко много ми харесва това, което правиш. Богу нравилось целый год. Цяла година мълчеше. И он молчал, но ему нравилось. Но ему и харесвало, но си молчал. И я понял друг. И я тогава си осознах. Господь говорит, мне нравится, что ты жаждешь, что ты ищешь, что ты молишься. На мене ми харесва това, че ти купнеш, че ти се молиш и че ме търсиш. Оказывается, Богу нравятся люди, которые что-то сильно хотят. Изглежда, че на Господ му харесва хората да купнеят и силно да желаят нещо, той да извърши. Иногда мы выглядим такими, очень доверяем Богу. Мы доверяем Богу во всем. И тогда мне, по принципу, много обычно доказывают, как они, но мы не доверяем на Богу. Мы молимся, Боже, ты все знаешь. Господи, ты всичко знаешь. Ты все можешь. Ты можешь всичко. Ты сам все и делал, Боже. Ты всичко това всичко сверши сам. А смотри, что ты хочешь? А Господь пита, а ты кво искаш? Что ты хочешь? А ты какво? За что ты готов умереть? За какво си готов? Что для тебя очень важно, очень ценно? Кое толкова ценно и важно за теб? Друзья мои, Богу нравятся такие люди. Приятели, на Бог му харесват такива хора. Человек, который ничего не хочет. Човек, който нищо не иска. Богу очень сложно его поднять на какое-то дело. Иска да го дръпне и да му даде някаква работа. Он сидит такой, всем доволен. А той сидит доволен. Нет, он не грешит.
никуда и не бежи. И нищо, никъде не ходи, нищо не прави. Все идет ровно в жизни. Всичко си върви поред. Мечта, язик Духа Святого. Мечтата е езика на Святия Дух. Записана в, по-моему, в Филипийцах, записана о том, что Он происходит в нас желание и действие. Мисля, че в Филипяни се казва, че Той прави да искаме и да желаем това. Помните это место, да? Помните ли това място? То есть, Бог производит в нас. Той произвежда в нас това желание. Это способ, как Бог говорит с нами. Това е Божият начин да ни говори. Смотрите, Бог хотел спасти эту девушку. Бог искаше да спаси това момиче. Но за нее никто не молился. А никой не се е молил за нея. Тогда Бог дал мне любовь. Така че Бог ми дал любов към нея. И я стал за нее молиться. И аз започнах да се моля за нея. Когда Бог что-то хочет делать на земле. Когато Бог иска да направи нещо на земята. Он дает своим детям мечту. Той дава на своите лица мечти. И это делает мечта на сумасшедший. И понякога изглежда като мечта на побъркан човек. Люди нас смотрят, ты сумасшедший. И хората ни казват, бе, ти наред ли си? Мне очень нравятся люди, которые очень что-то сильно любят. Но мне нравятся хора, которые много, много сильно обичат нечто. У меня был друг в Германии, который сильно любил, вот он все делал, вот аудиостудии для записи. В който учих в Германия, имах един приятел, който обичаше да стои в звукозаписно студио и да прави там всичко. Все его деньги уходили в студио. Всичките му пари, които им спечелваше или придобиваше ги, влагаше в такова студио за звуково студио. Он взял кредит у государства большой. Дори даже взе голям кредит от държавата. Построил дом, все с дешевых материалов. Дом для жизни. Той си построи къща с възможно най-добре пресметните и евтините материали. Но в подвале была студия. Но в подземния етаж имаше студио звукозаписно. И там все было дорогое. Там обаче всичко беше най-хубавото и най-скъпо. И там было дорогое оборудование. Най-доброто оборудване. И жене нужно было памятник ставить. Она всегда ему верила. Между другото, на жена му трябваше да се издигне памятник, защото тая жена винаги му вярваше и го слушаше. И у них было две девочки, и потом не было детей. Те имаха две момиченца и повече деца нямаха. И потом наконец родился сын. И най-сетне след време с ним се роди трето дете момченце. И он так стоит, гладит своего сына. И той държи сина си, милва го. А я его как бы немножко ругаю. А пък аз дори понякога го укорявах, така по-грубо му говорих. Нельзя все деньги в студию, у тебя семья. И аз му казвах, бе, човек, не дай да влагаш всичките си пари в това студио, имаш семейство. Ти лучше уже начинай работать, чтобы какие-то деньги приходили со студии. По-добре, почти не работиш, да печелиш нещо за вкъщи. А он ми говорит. А той ми казва. Ничего, Серега. Серега, не дей така, не дей. Если я не успею, мой сын сделает это. Ако аз не успея, сина ми ще успее. И я понял, что его мечта за пределами его жизни. И аз тогава му осъзнах, че неговата мечта е толкова голяма, че тя стига отвътре времето на неговия живот. Он настоящий верующий. Той е истински вярващ. Понимаете? Он согласен не увидеть это своими глазами. Той бе съгласен да не гледа с очите си. Он верит, что если не он, то сын сделает. Но че дори той да не се справи, неговия син ще успее. Вот я верю, что такие люди нравятся Господу. Аз вярвам, смятам, че такива хора са. Которые мечтают, которые хотят. Които мечтают, които купнеят. И в тот вечер мне Господь сказал. И тогава у нас вечер Бог ми каза. Я сделаю это. Ще свърша това. Я спасу ее. Ще я спася. И если хочешь, я дам тебе ее. Даже если хочешь, можешь я тебе подарить за жену. Боже, хочу, конечно, я хочу. Разбирай за чистым, разбирай за чистым. Говорит, я спасу ее родных и близких. Той каза, даже ты спаси нейните близкие родини. И Бог смолчал, что это случится через 6 лет. И той примолча, че това ще случи чак след 6 години. Бог знал, что это я мог бы умереть просто. Той знаеше, че ако ми каже колко време ще му отнеме, ще се откаже. Я побежал к ней. Отидох при нея. Я купил цветы. Купих цветя. И я думал, аллилуйя, все, я вымолил ее. И аз купих цветя и си казах, аллилуйя, край вече я имам. Я принес цветы. Дойдох при нея, дадох и цветята. Она и сделала вот так. А тя ги изтръска и така. Она ничего не слышала от Бога. Нищо не е чула от Бога. Я не знал, что Бог меня перевел во второй класс.
Аз не си давах сметка, че тя тъкмо беше пораснала от първи и втори път. А слава Бога, а той на втори клас ти иде. Той не го пораснал от вас, сега е пораснал на втори клас. Следващия ступен. Да, че той всъщност напреведе в следващото ниво, в следващия клас. Ожидания от суверенности невидима. Желанието не може да види суверенитета на Бога. Чичитни точно перевел вече. Очакването е увереност невидимо. Ожидаема е увереност невидимо. Очакването е увереност в невидимото. Тоест, смотри, Бог ми е сказал. Бог ми каза, я тебе дам. Ще ти дам. Но когда ты смотришь, ничего не произошло. Но когда ты погледнах, ничто не се случило. Вы понимаете, как вера работает? Разбирали, как работает вера? Так еще хуже. Она влюбилась. Да, още повече. Тя сама. Да у нее парень. Имаш ти вече приятел. И когда ты закрываешь глаза, слышишь, Господи, говорит, не бойся. И когда затворю очи, чувам, не се бой. Я дам тебе. Что тебе подарю? Когда ты открываешь глаза, отворю очи, она сидит на лавочке с парнем. Там седи с гаджето си. А тебе нужно уверенно быть, что все будет хорошо. А ты трябва да си уверен, че всичко ще е наред. Вот как работает этот стих. Ето как работи този стих. Я сижу здесь, она сидит посередине и с той стороны парень. Ето как стоим ние. Така съм тук, тя е до мене и от него другата страна имам тогава, че не е приятел. Я маленького роста, белобрысый сектант. Аз съм лисичък, розоляв сектант. А он такой спортсмен. А той такой голям, силен спортист. Я сижу и думаю, все пропало. И аз слежках си казвам, край, всичко се провали. А внутри Господь говорит, не бойся. А Бог ми казва, не се бой. Мы с тобой договорились. Ние се разбрахме с тебе. Я тебе пообещал. Аз ти дадах обещание. Я все сделал. Всичко ще свърша. Я благодарю Бога за эту школу. Благодаря на Бога за това училище, за това, което научих. У веры есть цена. Защото вярата, вярата си има цена. Мы не можем просто ходить в собрание. Ние просто не можем да ходим на църква, на събрание. Просто это культура. Така, да си бъдем част от културата. Но участвайки битвы. Но трябва да участваме във война, в битка. А наши веры должно что-то меняться в мире. Нещо трябва да се промени в този свят. Мы должны видеть невидимое. Да видим това, което не се вижда. Это есть вера. Това е вярата. Это не то, что мы сейчас видим. Това не е, което виждаме сега с очите си. Это то, что мы на небе видим. Това е, което виждаме на небесата. Это то, что мы от неба слышим. Което чуваме от небесата. Мы молимся, как на небе, так на земле. Защото се молим да бъде на земята, както и на небето. Так работает Бог через свою церковь. Така Бог работи чрез своята църква. Он дает свое видение. Той дава виждане на своите. Он дает мечту. Дава мечти. Эта мечта делает нас сильными. И тази мечта ни прави силни. И мы бежим к этой цели. И ние тичаме към тази цел. И люди считают нас ненормальными. А по хората ги смятат за ненормални. Но мы попадаем в 11 главу к евреям. Но в този момент ние се оказваме изпълнители. Мы пишем эту главу своей жизни. На 11 глава. Каждый день. Пишем тази каждое глава усилие. В своя живот. Всеки ден със всяка усилие. Каждая битва, борьба. Мы пишем эту историю. Със своя всяка битка и борба ние пишем своята история от 11 глава на евреи. Прошло 5,5 лет. 5,5 години минаха. Я тысячи раз мечтал, как это произойдет. Хиляди пъти си представях как ще се случат нещата. И однажды это случилось. И веднъж това се случи. Я вернулся домой. Върнах се вкъщи. Я заглянул в окно дом моих родителей. Аз бях все още при моите родители. Погледнах през прозореца надолу. И я увидел картину, о которой я мечтал тысячи раз. И видях една картина, за която съм мечтал хиляди пъти. На коленях стояла моя мама. Майка ми стоеше на колене. Рядом стояла Аня. Ее зовут Аня. До нея стоеше Аня, така се казва момичето, за което ви говорих. И они молились. И те се молиха заедно. Я забежал в комнату. Истичах долу. Я обнимал, целовал маму, я обнимал, целовал Аню. Я знал, что произошло. И аз отидах и
прегръщах и целувах мама, пък отивах и прегръщах и целувах Аня. Папа ми е подобен. Сережа, ти зачем Аня целувал? А тя баща ми каза, бе, Сережа, защо ти целуваш и момичето, бе, Аня? Если б ти 7 лет болился, ты тоже ее целовал. И я сказал, и ты, что бы еще морал 10 години за ней, ты что это целуешь? Вера есть осуществление ожидаемого. Вера – это давание на существенность или осуществление на това, което очакваме. Почему я об этом сейчас так подробно говорю? Сега, защо толкова надълго ви говорих за вярата? Я знаю, что у Господа есть одна большая мечта. Понеже знам, че в Господа има една голяма мечта. Она очень большая. И тя е много голяма. И в нея очень сложно поверить просто умом. И в нея е много трудно само с ума си да повярва човек. Ее не может никто один из людей осуществить. И сам човек, само един вярващ не може да я осъществи. Поэтому я верю, что это Бог, Бог эту мечту на своих детей делит. Именно поради това смятам, че той тази голяма мечта я разделя на парченца и я раздава на своите деца. И я просто тот человек. И аз съм един такъв човек. Который тоже мечтает, и я привез вам поделиться этой мечтой. Който също мечтае, искам и аз с вас да споделя част от тази голяма мечта. 13,5 лет назад. При 13,5 години. В Украине тогда было сложное время. Беше сложно време в Украина. Было очень много сирот в Украине. Имаше детей улиц мы назвали, беспризорные. Имаше много деца, беспризорни, оставени на улицата. Матери рождали, писали отказную и оставляли детей. Майките раждаха децата си, подписваха само една декларация и оставиха децата си в болниците. И моя жена и женщина нашей церкви, они в больнице были как волонтеры, просто приходили помогать. И моята съпруга и още една друга жена от църквата ходиха в родилното като доброволци да помагат за грижата на изоставените деца. И там стояло много 15-17 люлечек, где брошенные дети были. И винаги имаше едно 15-17 изоставени деца, които бяха в болницата. Они были таких, у нас говорят, казенные игрушки, очень застиранные такие, государственные, те бяха в такива пелени, които са използвани много пъти, понеже бяха държавни, такива провлачени, мръсни, укрепани. Больницы не было столько сил и любви, чтобы выносить на улицы, блядь, они просто все время стояли в этих людях. Болниците нямаха персонал, който да вземе тези деца, па да ги изведем на разходка навънка, нещо да направи с тях, да отдели внимание. Просто ги държаха там и ги храниха. И моя жена это смотрела и женщина с нашей церкви. И моята съпруга и още една жена от църквата видяха този проблем и искаха да направят нещо. У нас уже был детский дом, с которым мы заботились за сирот. По това време вече към църквата бяхме изградили дом, в който настанявахме такива изоставени деца от улицата. Но то, что мы видели, что эти дети все равно остаются сиротами внутри. Но това ние осъзнахме, че въпреки грижата, която полагахме, тези деца си оставаха сираци вътре. Потому что они все равно были ничейни. Понеже те бяха ничии деца. Знаете, придеш, а он залезет тебе на руки. Вие идвате покрай тях, а те налазят. Это в нашем детском доме. В детския дом. И так, отворачивай этот всех, чтоб ни на кого не смотрел. Только чтобы и, я на него смотрел. И дети дрожат лицето, да не гледаш никой друг, само на тях да им говориш. Все дети так делают. Всички деца в дома го правиха. Я год назад был в Аргентине. Преди около година бях в Аргентина. Другая культура. Абсолютно друга култура. Я попал в детский дом. Бях в детски дом. И една девочка взяла мне за руку. И едно момиченце ме взе за ръка. Ей, может быть, лет 5 было. Около 5 годишно детенце. И она мне тащит в сторону. И тя ме издърпа на страна. Я думаю, куда она мне ведет? И аз се питах, това преди къде ме вода. Она вытащила на середину поля, где трава. И тя ме заведе далечно в една ливада, на средата на ливада. И садит меня, садись, посадила. Гръпна ме да седнем. Села напротив и по-испански со мной разговаривает. И седна минута и почна ми говори на испански. Я говорю, ну я тебя не понимаю. И аз му казвам, детенце, аз не сте те разумели. А она улыбается и дальше со мной по-испански. И тя ми маха с ръка и продължа да ми говори на испански. Я потом повернулся посмотреть, где мои друзья, с кем я пришел. И аз му гледах да видя някои от моите приятели, там няма ли да дойде при мен. И една така става, не. И снова на себя повърна. И тя дръпна ми лицето към нея и продължа да ми говори. Эти дети сражаются за нас. Тези деца се борят за нас и нашето внимание. Им не просто одежда надо, не просто пища. Но те нямат нужда просто от дрехи или от храна. Им надо, чтобы их кто-то любил. Те имат нужда някой да ги обича.
Они отвержены в этом мире. И те са изоставени в този свят. Они одиноки. Самички са. И Богу это не нравится. А на Бог това не му харесва. Он сказал, я отец сирот. Той каза, аз съм баща на сираците. Исус каза, кто примет одного из малых си, тот примет меня. Исус каза, който приеме един от тези малките, мене приема. Это удивительно, что мы как будто бы это серьезно не воспринимаем. И е удивително как, колко несериозно поглеждаме към това, което е казал. И когда моя жена мне сказала, Сереж, давай возьмем одного ребенка. И когато жена ми, ходяки в този дом да помага, ми каза, Сергей, хайде вземем едно детенце. Я почувствовал, что я тоже не хочу. Я почувствовал, что сейчас не искам. Я везде служу Богу. А сколько служу на Бога? Но я хочу дома не служить. Не искам в кышке. Я хочу прийти домой и просто дома жить. Искам да се прибери. Я дома просто не если возьму ребенка домой. А коли взем детей в кышке, это постоянно дома тоже надо служить. То означает, что постоянно трябва некуда му служат. Вот сидят мои дети. Это ги сега тук моите деца. Хорошие гены. Те са добри деца. Моя кровушка. Те са си моя кръв. А это детки, которым я помогаю. А пока с матери, знаешь, им помогаем отстрани. Так, я думал. Так аз и мислих туда. Я верил, что нельзя полюбить чужого ребенка, как своего. Аз и мислих, что не мога да обичам чужого дитя, както мое. И это, друзья, связано с культурой нашей. И нека да ви кажа, приятели, това свързано с нашата култура. В Советском Союзе детей не усыновляли. В Советский Союз децата не ги усыновляваха. Но не было такой культуры. Нямаше такава культура. Только если нет своих детей. Само ако не можеш да имаш свои деца. Тогда люди ищут для себя ребенка. Те искат детенци за себе си. Но никогда не было мышления, что я хочу помочь ребенку. Но никогда не было мышления, в кое-то да кажет, аз искам да помогу на това дете. И поэтому я жене сказал, нет, я не верю, что это воля Божия для нас. И аз тогава си казвах, не, может това да е Божията воля за нас. Я стал придумывать, это специальные люди, у которых специальное помазание от Бога. И аз си измислих различные оправдания. Сега трябва да имаш специално помазание от Бога, за да вземеш дете вкъщи. Они предназначены Богом для этого. Те са определени от Бога тези хора, само те могат да свършат тази работа. Я не могу одним ребенком себя связать, я для многих должен служить. Аз съм посветен да служа на много деца, не мога да се посветя само на едно. Тогда она взяла мне раз за руку и повела в больницу. И тя един ден ме взе за ръка и каза, ела да заведа в болница. И она говорит, давай просто посмотрим, мы брать не будем, просто посмотрим. Тя каза, няма да взимаме дете, просто ела да видиш какво става там. И этот день изменил меня. И този ден ме промени. В той больнице Бог подарил мне эту мечту. И в този ден, тази част от неговата мечта, на вынесла маленького мальчика. Там имаше едно малко момченце. Ему было 3 недели. Беше на 3 седмици. У него были большие черные глаза. С черни, големи черни очи. Он на нас не похож. Не приличаше на нас. И я чувствовал, что я как будто бы ищу дефекты в нем. Даже имах чувство, что има някаква болест или нечто му не му е наред. Я верил, что бросаю детей, у которых не все в порядке. Аз тогава смятах, че всички децата, които са изоставени, защото нещо не им е наред. Но этот был хороший, красивый мальчик. Но това беше едно прекрасно момченце. И когда я на него смотрел, и когато го погледнах, мне показалось, что я начинаю слышать, что он мне говорит. И догледах сякаш то започна да ми говори, аз да чувам какво то ми казва. Это было там, внутри меня, в моем сердце. Всичко това се учу в сърцето си. Он рассказал мне свою историю. Той ми разказа своята история. Раньше я всегда думал со своей стороны. Аз винаги, когато се ставало дума за деца, съм си мислил за моята история, от моята гледна точка. Вот если я возьму ребенка, как это будет для меня? Ако аз го взема, как ще на мен, как ще ми се отрази на мен? Я смогу его любить. Мога ли да го обичам? Я смогу економически его съчетать. Ще мога ли економически да му осигуря живот? Как это отразится на мои деца? Как ще се ми отрази това на моите деца? Не испортит ли он мне жизнь? Няма ли да провали, да испорти живота ми? Я знаю, что часть из вас так будет. И знам, че някои от вас и те така мислят. Потому что это наша культура. Понеже това е културата ни. И нам нужно переступи. А ние имаме нужда да направим крачка напред. И этот малыш помог ми. И този маленько детенце ми помогна. Он свою сторону. Той сякаш ми разказа и помогна да видя неговата история. Как они живут без нас. Как те живеят без нас, родители. О чем они мечтают. За какво те мечтают. Он сказал, я ничей. И той ми каза, аз съм ничий. У меня нет ни одного знакомого человека на земле. В цялата тази земля няма нито един познат човек. Мама, которая меня позвала на эту землю, отвернулась от меня. Мама, която ме донесе на този свят, ме остави.
Я знал, что он ничейный. Я это знал, что он Разбира се, че той не принадлежи на никого. Но это так прозвучало впервые. Но това така и прокрънтяло в мен за първи път. Я вдруг подумал, а как это вообще может быть? И си казах, как това е възможно? Что маленький человечек, ручки, ножки, все есть, и он ничейный. И този маличък човек, с който си има всичко, е ничий, с ръчички, с крачета. И он мне продолжал говорить. И той всякаш полуша ми говори и ми каза. Забери меня отсюда. Взими ме от тук, моля те. Я когда вырасту, я тебе все отдам. Когато порасту, ще ти дам всичко. Дай мне шанс. Дай мне возможность. Я хочу по-другому прожить жизнь. По друг начин. Если ты сейчас уйдешь, я проведу живота себя. У меня будет другая жизнь. Друг живот ще има за мен. Я попаду в детский дом. Ще попадна в детский дом. Меня никто не будет любить. Никой няма да ме обича. Я вырасту злым. Ще порасна злым. Может быть, я попаду в тюрьму. Ще попадна в затвора. Но если ты меня заберешь с собой. Но ако ме вземеш със себе си. Я буду сидеть за твоих столом. Ще стоя на твоите трапеза. Я буду петь твои песни. Ще пея твоите песни. Я буду верить в твоего Бога. И ще вярвам в твоя Бог. И у меня будет другая жизнь. И живота ми ще бъде различен. И это взорвало мое сердце. Това разчупи сърцето ми. Библия ви, що любов изгоняет всякий страх. Библията казва, че любовта изпъжда всеки страх. Вот тот страх, что я боялся брошенных детей. Този страх, който аз имах към изоставените деца. Вот эта могучая любов ворвалась в мое сердце и вытеснила этот страх. И тази любов изведнъж дойде в мене и изпъди този страх. Друзья мои, я изменился. Мили приятели, аз се промених. Мне стало все равно, кто его бросил. Беше ми все едно, кой ще го взема. Не стало все равно, какие у него болезни. Кой го е изоставил, има ли той болест или няма. Не стало все равно, какие у него ген. Какъв му е точно гена на това дете. Я только стоял перед человечком, который просит у меня помощи. И аз просто стоях пред едно малко човече, което имаше нужда от помощ. Я почувствовал, что я, Сергей Демидович, сейчас определяю, как его жизнь будет идти. И аз почувствах сякаш, аз, Сергей Демидович, стоя и определям живота на това дете. И увидел, что это такая ответственность. И осознав, что это такая отговорка. Это такая могучая власть дана мне. Такая великая власть мне дана. И я могу повлиять на всю его жизнь. Могу повлиять на целый его живот. И это сделало меня сильным. И сильным сделало. Това ме направи сильным. И я уже стоял, плакал. Започнал да плача. И я же не сказал, мы его забираем. И казах на жена, взимам его. Я очень быстро сделал документ. Просто направить документите. Включите фотографию, покажите. Може ли да включите? Это ему здесь лет, наверное, 6-7. Сега ще поговорите на 6-7 години. И это нравится фотография, я ее с собой все время вожу. Фотография. Снимка, короче, винаги носится с... Ну, вы сейчас включите, да? Снимка, да. Да. Сейчас ему 13,5 лет. Сега ему 13,5 години. Это потрясающий мальчик. Прекрасно это. Он играет на пианино. Посмотрите, какой красавчик. Той свири на пиано. Какой у него чубчик красивый, видите? Он очень умный. И много умен. А, я забыл вам сказать. Забрали да ви кажа. Когда мне жена говорила, давай возьмем. Когда жена мне каза, хайде вземем. Я ей боялся сказать, но думал, сам себе думал. Страхувался да му кажа, но вътре в себе си мислях. Думал, если в какой-то специальный случай, чтобы какой-нибудь еврейский профессор бросил ребенка. Някакво такова изключение, в което някой еврей професор си изоставил детето. Но защото породисти го. Но това е породисто, нали разбирате? Не било стыдно это сказать. Странно беше да го кажа, но си мислих. Потому что я думал, чтоб ни не мучиться с ним. Защото аз си мислих, че то ще е мъка за мен цялата работа. Я не знаю, кто его бросил. Не знам кой го беше оставил. Но и тогда мне кажется, что профессор какой-то. Не изглежда, че някой професор го изоставил. Потому что он очень умный. От много умно тето. Но я вам скажу, что на самом деле. Ще ви кажа обаче къде е тайната. Любов делает их умными. Любовта ги прави красиви. Умни, силни и красиви. Когда маленький ребеночек растет, когато едно малко дете расте, мы каждый день говорим, что мы в него верим. Ние всеки ден му казваме как вярваме в него. Что мы его любим. Че го обичаме. Что он самый красивый. Что е той или тя е нас. Что он самый драгоценный. Най-скъпоценный за нас. Знаете, Ники маленький, он все время рисовал. Блокнотика ему хватало на один день. Он все странички перекаляка ему так и все. Той много обича да рисува. На един ден го пукваше по едно блокче. Толкова много рисуваше и на вечерта си беше свършило.
Но я открывал эти странички. Я отварил те страницы. И каждый начал. Вау! Супер! Страхотно! Да ты Микеланджело! Ты Микеланджело? Теперь он хорошо рисует. А то есть я рисовал много добрый. Но если его никто бы об этом не говорил. Но ако никой не беше ему говорил, то он никогда не стал рисовать хорошо. Никой не би започнал да рисува хубаво. Дети растут от нашей веры. Децата растут, като отклик на нашата вяра. И от нашей любви. Вы согласны? От нашата любов, согласны ли сте? Теперь подумайте, что дьявол делает на земле. Сега замислите се това, което дьявола прави по този свят. Если сирата остаются сами. Ако сираците останат сами. Вырастает поколение людей, которые не верят сами себе. Това са хора, които растат от поколение в поколение, без да вярват в себе си. Они ранены. Те са ранени. Они не смогут нормально устроить жизнь. И не могут устроить нормально живота си. У нас статистика говорит, где-то 70% попадет в тюрьмы мальчик. Наши статистики в нашей стране са, че около 70% от сираците приключват в затвора. Очень многие девочки становятся проститутки. Голяма часть момичета стават проститутки. Почти все употребляют алкоголь, наркотики, почти всички употребляют алкохол или наркотици от сираците. Это люди, которые как бы взяты на смех. А това, това са като хора, които можем да ги избавим, а те са водени към на смърт. Теперь мне скажите, кажете, любите ли Господ? Обичате ли Господа? Любите ли Господ? Да. Он хочет им помочь. А той иска да им помогне на тях. Хочет им помочь. Иска да им помогне. Как вы можете им помочь? Как можем да им помогнем? Что делает государство? Какво прави държавата? Оно делает то, что оно может. Разбира се, държавата прави каквото може. Оно выделяет финансы. Уделя финансы. Устраивает детские дома. Устраивает някакви детски домове. Как может заботиться. Каквото може да се погрижи. Но государство это не мама и папа. Но държавата не е мама и тате. Ребенок не может просто заспать и говорить, я сын Болгарии. И дето не может просто да каже, ох, аз съм син на България. Он не понимает, как это я государственный ребенок. Он не понимает. Он не разбирает эту идею, я сам дитя на державата. Он хочет, чтобы его не Болгария обнимала, а папа обнимал. Понимаете? Не иска, дето не иска Болгария да го прегърне, а тати да го прегърне. И это может поменять его. А това може да се промени. И вот эта мечта, я верю, она есть у Господа. Тази мечта е, която получих от Господа. Господь хочет помочь этим детям. Господь иска да помогне на тези деца. Конечно, можно, особенно кто работает в системе, знает, это очень сложно. Разбира се, тези от вас, които са се сблъсквали с системата, знаят колко трудно е това усвояване. И это в каждой стране. Люди первые, что мне говорят, в нашей стране это очень сложно. И това е първото нещо, което хората по света ми казват, о, в нашата страна това е много трудна работа. И я тоже был маленький ли белопресен. Я тоже был маленький ли белопресен, я за Аню вспоминаю. Я също бях такъв мъничък. У меня тоже не было шанса. И аз нямах шанс с Аня, с моята. Понимаете, вера это не то, что все легко. Вярата не прави нещата да са леки. Вера это битва. А вярата е битка. По-другому мы не можем попасть в 11 главу к евреям. Няма по друг начин, по който да попаднем в Евреи 11 глава. Поэтому если мы сильно этого захотим. Така че ако ние истински го пожелаем. Если мы сможем полюбить этих детей. Да заобичаме тези деца. То мы станем действовать. То ние можем завершать свою веру. Да извършим това, в което вярваме. Представьте себе, что Бог с неба смотрит на Болгарию. Представьте себе, что Бог поглежда от небето към България. Воскресенье. В неделя. Церковь Пятидесятника. Тук има Церковь Пятидесятна. 10 церкви Пятидесятна. Кажем 10 Бога, такива Пятидесятни церкви. 3 церкви харизматов. 3 церкви харизматични. 2 церкви баптистов. 2 церкви баптисти. Все молятся. Всички се молят. Иисус, мы тебя любим. Господи, ние те обичаме. Иисус е обичаме. Споем для Иисус. И пеем за Иисус. У нас есть песня на русском языке. На русский имя песня. Все тебе я отдаю, лишь тебе принадлежу. Всичко, что ти дам, аз на теб принадлежа. Ние имаме подобни песни. У вас есть подобная песня. Да. Где вы говорите Иисус о любви. И ние говорим за любовта на Бога на Иисус. Да, правда? Да. И представьте, что между этими церквями. И си представите, че между тези църкви, детски дома, домове детски, семьи в кризисе, всички дете са в дети, которые не знают, как дальше жить. Дечица, които не знаят как да живеят. И как Богу постоянно смотреть? И говорят о любви. Говорят му за любов, че го обичат. Но тех, кого я люблю, они а у нас, които той обича, никой тях не обича. Это ненормально, друзья. Това не е редно, не е нормално. Нашу веру, нашата вяра, видно из дел.
се вижда от делата. Не възпринимайте да как манипуляция. Не приемайте моите думи, като че ли ви взимам ръката. Я ничего нового не добавляю. Нищо ново не ви казвам. Библия говори, че Бог по-особено на той са сироте. И Библията сама казва, че той има особено отношение към сирата. Три категории. Сирата, вдови и пришелец. Три са особените категории. Сирата, вдовицата и чужденеца. Очень часто стоит, че Бог особено к ним относится. Често да се говори, че той има особено отношение към тях. Мы как церковь должны думать об этом. Ние като църкви имаме нужда да помислим за тях. Это наша ответственность. Това е наша отговорност. Это не государственная просто. А не просто държавна отговорност. Государство не сможет любить. Държавата не може да обича. Государство може да създаде условия, чтобы мы любили. Държавата може евентуално да създаде условия, но ние да обичаме. Это даже начнется не с условия. Но даже любовта няма нужда от условия. Это начнется с нашей любви к Богу. Любовта към децата започва с любовта ни към Бога. Если мы поймем, что Бог хочет этого. Ако ние осъзнаем, че Той... Я не могу выйти на улицу и сказать просто вългарам. Полюбите этих детей и заберите. Не мога да изляза на улицата да кажа на българите там, обичайте тези лица и ги вземете. Но вам, моим братьям и моим сестрам. Но на вас, моите братя и сестри. Потому что вы верите, как и я, Писание. Понеже ви вярвате по същия начин. Потому что вы любите Бога. Писание и ви обичате Бога. Я могу вам сказать. Мога да ви кажа. Что вашу веру. Че вашата вяра. И ваша любовь. И ваша любов. Будет видно из ваших дел. Да се види от делата ви. И когда закончится наша жизнь. И когато се приключи нашия живот. Откроются большие книги. Ще се отвори една голяма книга. И будет зачитана история нашей веры. И ще се види там записана на историята на нашия живот. И нашата вяра. И об этом нам нужно думать сегодня. А днес трябва да мислим за този момент. Я скажу, что произошло в Украине. Ще ви кажа какво стана в Украина. Когда мы стали проповедовать об этом. Когато започнахме да проповедваме за това. Когда мы сами стали брать детей. Когато сами започнахме да взимаме деца. Через время церковь потеряла страх и стала тоже брать. Когато ние взехме като семейство деца, в време и църквата изгуби страха си и почна да взима деца. У нас много в церкви усиновлено дети, больше 100. Ние имаме много, изключително много деца, които са усиновени. Повече от 100. Они знакомятся и спрашивают, тебя родили или усиновили? Когато децата се запознават, те питат, ти родени ли си или си усиновени? Они знают два способа, как попадают в семью. Те знаят, че има два начина, по които остават част от семейството. Это уже культура тук. Това вече е друга култура. Поэтому я хочу сказать главную мечту, ради которой я приезжаю в Болгарию. И нека да ви кажа причината, против която идвам. И я очень благодарен, что Венци поверила. И аз съм благодарен, че Венци поверила. И Надя поверила в это. Че Надя поверваха в това. И целый живот братья, семья сидит. И че там също има едно семейство. Мы создали альянс Болгария без сирот. Създадахме дружение България без сирот. Какая цель, главная мечта? Това е главна цел, това е мечтата. Чтобы усыновление в Болгарии стало естественной, нормальной традицией. За да може да превърнем усиновяването на естествена, нормална традиция. Чтобы это ментальность была. За да се смени мисленето. Чтобы все думали, вот я родил двоих детей. За да може хората да кажат, роди две деца. Жизнь более-менее устроена. Живота ми вече е устроен. А теперь я спасу одного ребенка. Сега мога да спаси едно детенце. Не надо 20 детей, брат. Не е нужно да вземеш да обидеш 20 деца. Не надо 10. Не е нужно 10 деца. Да, може да бъде детски дом. Понеже това ще бъде детски дом. Възми едно. Вземи едничко и двечко. Да измени всю България. Това ще промени цяла България. България е с особена ситуация. България знам, че ситуацията е особена. Она связана с ромами. Има много роми живеят в България. И я вам хочу сказать, только церковь може первой показать пример, как это можно победить. И аз мога да ви кажа, че само църквата може да покаже как да се преодолее този предразсъдък. Мы можем перешагнуть этот национальный барьер. Да премахнем тази национална бариера. Это расовая проблема. И то си е расов проблем. И мы можем усыновлять детей. И да усыновим деца, независимо, че те са от ромски происход. И это будет... Это будет, знаете, в духовном мире очень важно. И това в духовния свят ще ти може да бъде. Защото Бог любит этот народ. Защото Бог обича Бог този народ. Менять этот народ. И той иска да се промени. Я знаю, что это по-человечески сложно. Знаю, че по-човечески това е сложно и невъзможно. В одной церкви в Бургасе один верующий адвокат сказал мне. Един адвокат от Бургас, вярващ, веднъж като говорихме, той ми каза: Ей, ти это не проповедуй в България. Това не го говори в България. Ти въобще не понимаеш, о чем говориш. Ти даже не си дава сметка за какво говориш. Един маленький цыганчонок 8 лет разрушит любую българскую семью. Едно 8 годишно ромско дете ще разбие българското семейство. Это проблема. Това е проблема. Это вера, это проблема. И това е проблем на вярата.
мы можем победить это. Или можем да го победим. И поверить вот в эту мечту Господа. И да поверим в нас, что эту ситуацию в Болгарии тоже можно изменить. Че това, тази ситуация в Болгарии может се промени. Я заканчиваю. Приключим. У меня есть три конкретных шага, которые я хочу вам предложить. Три крачки имели, три неща, които аз бих ви предложил да направим заедно. Первое. Информируйте себя максимально все, что происходит в Болгарии с детьми. Получайте вопросы с сираците в социальными сираками. В социален тип сираци. С детьми в кризисных семьях. Такива, които са в деца, в семейства, в криза. Не надо думать, что это нас не касается. Не си казвайте, това мен не ме касае. Это проблема государства. Не надо так думать. Не мислите, что это нечи друг проблем. Это наша церковь проблема. Това е проблема църкви. Мы соль земли. Ние сме солта на света. Мы свет этому миру. Ние сме светлина на света. Бог сказал, чтобы мы шли к этим людям и решали их вопросы. Чтобы мы шли к людям и решали их вопросы. За да можем да стигнем до света и да решим и помогнем проблемите. Итак, первое, мы можем максимально изучить, что происходит. Значит, первое, да се запознаем, возможно, най-добре начин, какво се случва. Изучить, как Бог к этому относится. Как Бог се отнася към това. Чтобы у нас была вера, что Богу это нравится. Да се надигнем, да видим вярата, че наистина Бог не харесва това, което се случва. И я думаю, что уже есть много материалов, которые люди усыновили, и есть фильмы, ролики, есть кто практически это сделал. Нужно пообщаться и больше понять, что это такое вообще. И сам сигурен, что около вас има и хора, а может быть, другие фильмы, материалы и другие, связанные с усыновяванием. Запознайтесь это и говорите с тези хора. Това е първата крачка. Второ. Я забыл, у меня в портфеле здесь лежат фотографии. В чанта си нося снимчици. Это молитвенный проект, Pray for Orphans. Това е един проект, да се молим за сираци, деца. Да. Возьмите по одной фотографии. Взимайте си по една снимчица. У меня их, я не знаю, может быть, 100-120 штук. При мен имам 100-200 снимчици. Да. Возьмите по одной фотографии. Взимайте си по една снимка. Там не надо жертвовать деньги. Никой не иска пари от вас. Там только имя стоит. Там стои само името на детето. И четыре главных аспекта, за что нужно молиться. И четыре главные неща, за които да се молите. Что это за дети? Какие са тези деца? Сейчас это дети с Украины. Това са деца от Украина. Которые уже попали в семьи. Които са вече усиновени. И родители уже их воспитывают. И родители вече ги възпитават. Но это идет сражение. Но за тях се борят сражение. И те, кто усыновляли, знают, что иногда сложно, которые, с детьми, которые... И тези, които са усиновили деца, знают, че усиновяването не е лесна работа. И если будет негативный случай. И понеже, ако има негативен пример, и родители не выдержат и отдадут назад. И родителите не издържат и върнат детето обратно. Это будет хуже, чем если бы они вообще не брали. Ще бъде по-лошо, отколкото ако още не бяха го взели. Помогите этим героям веры. Помогнете на тези герои на вярата. Вы просто молитесь, Боже, за этого ребенка, чтобы у него все получилось. Да се молим това и те всичко да бъде добре в живота му. Чтобы он вырос хорошим человек. Да има добри отношения с родителите, да израсте добро дете. Чтобы он стал настоящим христианином. Истинский христианин. Часть этих детей еще в детском доме. Часть от децата на снимките са все още в детски домове. Но там уже есть те, кто работает в детском доме. Но вече има някой, който ги подготвя за усиновяване. Эти дети уже слышат о Христе. Те вече чуват за Христа. Молитесь, чтобы они познали Господа. Молитесь, чтобы познали Господа. То есть это как бы, знаете, мы на всех разделяем эту ношу. Ние всички заедно разделяме тази отговорност. Отнеситесь серьезно. Относитесь серьезно. Лучше всего на холодильник повесить. Залепайте его на холодильник. Потому что вы открываете холодильник каждый день. Всеки день отварите холодильника. И когда вы за ручку взялись, покушайте. Когато сте гладни, хващате дръжката на холодилника. Стоп на 30 секунд. И се спете за 30 секунд. Помолитесь. Молете се. Благословете го. Молитва открывает дверь. Молитвата отваря врати. Когда вы будете об этом молиться, это поможет и за Болгарию вам. И когда вы молитесь за тех, пък молитесь и за Болгарию. И последнее. И на последнем месте. Вы должны знать, что в Болгарии создан альянс Болгария без сил. И вече знаете, что в Болгарии создаден такое окружение. И мне бы очень хотелось, чтобы вы Болгария без сил знали, что это Надя Иванова. И знаете, что Надя Иванова, Венци свързали. И вы в сердцевине этого. И вы, като церковь, сте сердцето на това. Оставьте максимально свои, вот подойдите, скажите, Надя, и утрете, мы с вами. Скажите, Надя, мы с вас. То есть нам нужно создавать все больше такую команду, которая может поддерживать, который может подкрепить. Разная форма есть. В различные начины, разбирается. В том числе и финансово. Для и финансово.
Давайте вкладывать в это, друзья. Да, нека да подкрепим тези приятели. Потому что это пишется. Това е история нашей веры. Значит, така се пише историята наша. Спасибо, что вы меня выслушали. Благодаря ви, че... Я хочу вместе с вами помолиться. Искам да се помоля с вас. Склоним наши головы. Нека се поднимем. Отец наш дорогой. Скъпи татко. Благослови эту драгоценную церковь. Благослови тази прекрасна църква. Боже, пусть дух усыновления, дух отцовства будет излит на них. Нека дух на усыновявание, на родителство се излее върху нея. Пусть эта зрелая ответственность за свою страну наполнит. Нека зрелая ответственность. Нека те в тях да има един зрял отклик на това, което чуха. Благослови во имя Иисус. Благослови ги в името на Иисус. Измени ментальность этой нации. Промени менталитета на този народ. Укрепи семьи България. Укрепи семействата в България. И яви славу свою. И изяви славата си. Я все это прошу. Всичко това во имя Иисуса Христа. Во имя Иисус Христос. Аминь.